Третье объявление – это антивоенный рисунок, стрит-арт, который я сделал. Но он не граффити, не то, что вы думаете. Вы никогда такого не видели. Посмотрите по ссылке мой антивоенный рисунок, который сделал на стене мини-сталинки, серый и как будто бы изрешеченной пулями изначально она была, и обвалившаяся краска там. Я сделал из этого арт-объект антивоенной направленности. Я считаю, это самые сильные антивоенные произведения, которые только может быть. И я живу в страхе, что меня могут за это... Ну, меня... Они вызовут полицию, и меня оштрафуют, как минимум, еще и забьют, потому что здесь, в провинции, это часто... Я уже с этим сталкивался. Они просто избивают человека. Я это переживал. Итак, антивоенный рисунок. Если вы... Лозунг которого там написан, но я произнесу. Если ты хочешь пойти на войну или отправить своего сына на войну, то подумай о том, что разрывная пуля может попасть ему прямо в лицо. И он навсегда останется изуродованным, и он будет несчастным, и ты. И этот рисунок нужно показать как можно большему числу подростков, как можно большему числу юношей, матерей молодых. Тех, кто еще может это воспринять. И нужно, чтобы их, этот рисунок перевели, скачали, там, выложили с ссылкой на меня желательно, со всем, с лозунгом, там, на разные языки перевели, на английский перевели, на японский, с ссылкой на меня желательно, чтобы я мог ответить на нужные вопросы, чтобы знали, кто автор, потому что я этот рисунок не подписал. Если бы я его подписал, ко мне бы уже сейчас пришли и изъяли всю технику. Итак, я обращаюсь к вам. Если вы хотите избежать войны, которая неизбежно будет в капиталистическом обществе, она будет устроена власть имущими, кучкой власть имущих, чьи дети никогда не работали, не работают и не будут работать, никогда не воевали, не воюют и не будут воевать. Она будет устроена для сокращения простого населения и для их личной экономической выгоды, продажи оружия и так далее. Итак, прошу вас, ради Бога, прошу вас, распространите этот рисунок везде, будет ссылка под ним. Делая это, вы предотвращаете будущую войну, которая не ради чего будет устроена, а ради выгоды кучки банкиров и кучки каких-то заговорщиков или каких-то политиканов. Итак, простым людям война не нужна, не нужна. Этот рисунок, посмотрите его и сами оцените. И лозунг его, переведите на английский язык, на разные языки. Он очень сильный, он оставляет в душе, в подсознательном, НЛП воздействует на каждого подростка. И посмотрев этот рисунок, любой подросток, он у него запомнится в сердце, в голове, что на войну лучше не ходить. И когда военная пропаганда милитаристическая, которая повсюду здесь идет, заставит его идти на войну, просто так отдать свою жизнь ни за что, она и так заставляет и продолжает это делать, то они обломаются с этим и получат большое сопротивление, если мы сможем распространить это по всему интернету, по англоязычному интернету, везде. Я призываю вас. Я художник Александр Алёнин. Псевдоним Тихон Мышкин. Ссылки будут под видео. Прошу вас, ради Бога, если вы желаете избежать войны, это поможет. Очень сильно поможет. А война обязательно будет. Не было еще ни одного века, где бы не было кровопролитной ужасной войны. Так, все.